8 июня в России отмечается День социального работника. В Армавире на благо незащищенных жителей города трудятся более 1000 сотрудников разных городских организаций. С профессиональным праздником их поздравили накануне в зале театра драмы и комедии. Впервые вот я познакомился с вашей работой 10 лет назад, когда по поручению президента мы проводили мониторинг условий, в которых живут наши ветераны. И вот я с социальными работниками поездил по городу, и у меня вообще глаза открылись на многие процессы по-другому, потому что я увидел, какой это большой, тяжелый, сложный труд, который заставляет сердце биться очень-очень часто. И я понимаю, какая вот большая благородная душа и какая сложная и тяжелая профессия. Соцработники приезжают на дом и облегчают быт пожилым и инвалидам, помогают оформить документы и получить государственную помощь малоимущим семьям и тем, кто находится в трудной ситуации. Огромные слова благодарности всем вам за ваши добрые сердца, за ваши золотые руки. Наша миссия на этой земле – давать людям добро. Я желаю, чтобы встроиться это добро вернулось к вам, вашим семьям. Я хочу сказать огромные слова благодарности нашим ветеранам. Спасибо за ваш опыт. Спасибо за то, что вы дали, когда мы работали с вами вместе. Сотрудникам, которые добились успехов в профессии, вручили благодарности главы города. Но для них самое главное – это радость в глазах подопечных. У Марины Полковниковой их 12, половина старше 70, а остальным более 80 лет. Наверное, все-таки это призвание. Я с молодости работала с пожилыми людьми, а потом, когда 40 лет исполнилось, я узнала, что у нас есть такая служба – социальная защита. Мы обслуживаем на дому пожилых людей. Поэтому трудно, но вы знаете, как это объяснить, это как с родителями, как с бабушками, с дедушками. Сделаешь доброе, и тебе всегда говорят спасибо, дай Бог тебе здоровья, больше ничего не надо. Ну, конечно, это не только праздник, работа. Очень много трудностей физическое, и ты помогаешь порядок в доме содержать, и продукты приносить, и говорить надо обязательно, даже когда позвонят вечером. Подарком социальным работникам стал праздничный концерт, на котором выступили артисты городских коллективов и ансамблей. Инна Лепеткина, Евгений Холманский, служба информации телеканала РНТВ «Армавир».